С 1 января 2021 года органы местного самоуправления муниципальных образований наделят полномочиями по управлению земельными участками, находящимися в республиканской собственности. Земельные вопросы сельчане теперь смогут решать, не выезжая из района. Об этом сообщил министр госимущества и земельных отношений Руслан Тидеев. Ведомством в текущем году проделана большая кадастровая работа. Более 1000 гектаров земли переведены в статус пастбищ и сенокосных угодий. Решили и проблему обмана дольщиков в молодежном городке в селении Гизель. Республиканские власти выделили им новые участки. Всем земельные участки мы сформировали, в закон республики внесли изменения. По 12 соток каждый получил. Вот вчера последние получатели этих земельных участков также дали свое согласие, и за ними будут закреплены вот эти участки.